Про Алину Загитову. Вот мы теперь все знаем, что ее назвали в честь вас. Вы встречались, вы с ней созванивались, вы теперь знакомы? Я только совсем недавно узнала, что вот ее назвали моим именем, причем тоже мы сказали девочке. Она говорит, как ты не знала? Я говорю, нет, я не знала. Мне, конечно, ну, здорово, мне очень приятно, что мой пример, может быть, многим, и вообще, да, она стала олимпийской чемпионкой, и я за нее очень рада, действительно смотрела и болела за нее, хотя еще тогда я не знала, что ее назвали в честь меня. Я с ней созванивалась как раз после чемпионата мира, когда она неудачно выступила, и сказала, что ни в коем случае не расслабляйся, не расстраивайся, но это твой такой путь. Ну, если сдашься, значит, ну, будешь просто олимпийской чемпионкой, а так ты можешь быть личностью. Dive right in, follow my lead.